Итак, товарищ, как обещал, после стрима я опять сразу, вот буквально секунду назад закончился стрим, и я продолжаю играть с теми людьми, с которыми не успел. О, странная колода у меня за охотника, но да не будем. Но да не будем. Попытаемся сыграть. Да уж. Кто там у нас? Вертемус, да, я ему обещал. Здравствуй. Тундровый литрогос. А, зависит хрустогрыз. Ладно. Попробуем победить. Это единственное, что нам остается, это попробовать победить. Ну, радует меня то, что я Джараксуса заборол в прошлой игре. А, с перегрузочкой. Да, понял, понял. Всю эту ёвину, что могильщика надо убивать. Ладно, мне нечего делать, я стреляю. Ему сейчас тоже там... Не понял. Перегрузка один. А, ну он же сыграл монетку. Чё он там за один? Чё там есть за один? Ну, правильно, ничего. Так, отлично. Пускаем питомца. А, чё я делаю? Фу, слава тебе, господи. Мы его сейчас бафнем. Он его не убивает. Наверное, возьмет лицом, да, сначала? Да, возьмет. Но мы сейчас его подбафнем немного. Подбодрим, так сказать. Это я спустил собак. И он будет жить. Как минимум, придется тратить оружие. И получить 4 урона еще в лицо. У него будет уже 21, а это 4-й ход, 5-й назревает. Сейчас посмотрим. Пока что у меня идет все нормально. Ага, еще один провокатор. Ну, с провокатором мы справимся чем-нибудь, типа... Чем-нибудь, я даже не знаю, типа чего. Будет ли бить? Я бы на его мистер не ударил. Ну, как знаешь. Тем более у меня есть еще один провокатор. Ну, я думаю, нужно раскусил немного мою тактику, что у меня очень много предсмертных рипов, и надо бы ему, да, что-то с ними делать. Но это единственное, что он сможет с ними делать, потому что там два провокатора. Лягушка — это довольно правильный шаг. То есть карту за 3 маны, хоть это сильный ремувал, довольно неплохо. И вот сейчас я могу сыграть... Стоит ли играть Латхиба сейчас, чтобы он не смог никого убить, или... Давайте, наверное, чтобы, да, чтобы не было какой-нибудь раздвоенной молнии и прочей херни. А сколько, на 5? На 5, да, ему не хватит. Я не смогу. А, я динетника выпущу. Все, отлично. И в лицо идем. А там лук пойдет. Оружие эпическое. Это уже 10 урона. И у меня тут 9. Это плохо. Это плохо. Умрет. Умрет этот, умрет этот. Умрет тень. Не, тенетник умирать не будет. А, или будешь тут отхибал делать. Ага. И он сразу может заклинание использовать. А, ему не на что использовать, чуть. Так, стоит ли мне что-то делать вообще, кроме как идти на лицо? Наверное, не стоит. В одиночку. А дальше там неплохо сыграно. Хрустогрыз 7. Да, мне хватит. Я 5 урона ношу и 5. Так, 10 урона у меня есть на столе, если он не полечится. А ему, по-моему, нечем лечиться. Да, все это уже отчаянные меры. А, провокация, да. Да-да-да. Об этом я не подумал. Ну, надо идти, нет, не тогда убивать. Да, надо. Что ж тогда делать? Рывок. Если я все потрачу. Давайте подумаем. 5, я урона не получу. Придется 10-ку сваливать сюда. Сайленса у меня никакого нет. Да, придется вваливать сюда. Я охочусь в одиночку. Пускай он трудно тундрового литорога. Поменяться или в лицо дарить? 3 урона. Не, давайте в лицо.
Не будем терять. И, в общем-то, три хода, и я победил. Ну, в любом случае, три хода, и я победил. Северные волки готовы к бою. 5-7. Он выживет. Еще одна команда взять. А, ну вот и все. Неплохо сыграно. Неплохо. Неплохо сыграно. Какие были ошибки? Не знаю, там, походу, карты не зашли. Осталось 18, больше полуколоды. Даже не знаю. Все делал, в принципе, правильно. Убил быстро могильщика, чтобы он не качался. Вроде правильно контролил. Да, просто чуть-чуть не зашло. Что поделать. ГГ, да. Оби-Ван, давайте с Оби-Ваном сыграем. Сыграем на этот раз еще раз своим... Нет, давайте чем-нибудь, что еще не было. Вот разбойника. И кого-то еще, по-моему, не было. Нет, все остальные, по-моему, были. Да, паладин был, был. Все было. Черт, у меня кончилась водичка. Вполне возможно, я сейчас помру просто от того, что я не смогу. Просто то, что я не смогу. Ставим одну карту с ядом. Вдруг придется что-нибудь контролить. Ага, вот я сейчас и смогу что-нибудь контролить, типа вот это. Угу. Уже хорошо. Например, монозмея смогу убить. А, да, точно, извини. Понятно, не надо мне это. Возьмем клинки. Будем потихоньку бить. Не знаю, кого он хочет прикрыть этим самым делом. Но хотя за три он сейчас может дракончика выпустить, с которым... Понятно, я знаю, в кого я выстрелю. Выпускать ли? Нет, она умрет. Просто убьем. Просто убьем. Делать ли? Или просто клинки обновить еще раз? Не, давайте убьем. Хотя очень странное решение с моей стороны, соглашусь. Потому что сейчас может выйти что-то большое, типа вот. На этот случай у меня есть. Мне не хватит на этот случай ничего. 1, 5. 2, мало. Очень мало. Выпустим этого парня. Дарим лицо. В следующий раз можно будет строить ликвидацию. Хорошо бы он сейчас его забафал. Угу, следующий ход он его добивает. А, просто вот так. Ага, хитро. Ага, а я ударить не могу. Выпустить, чтобы его... Да, он поменяется с этим. Отстрелит этого. Тут поменяется так. Так много вариантов. А так он его просто дострелит. Давайте, выбора нет. Тебе нужно благословение? Блин, все плохо. Просто не будем торопиться. Заморозить всех он не сможет. Ага, понятно. Так, в лицо отстрелил. Да, все понятно. Ясненько, ясненько. Давайте тогда... Что мы сделаем?
Он же сможет заремонтить. Ну, вдруг не сможет, кстати. Давайте убьем уже, чтобы он нам не мешал. Да-да-да, убьем, чтобы не мешал. Подбафнем оружие. Пустим эту девочку. Десять урона у нас уже есть. Вот это плохо. То есть, неплохо. То есть на самом деле неплохо. Спасибо. Жаль, жаль, да. Так бы я мог еще вернуть ее. Угу. Это интересно. Сделать ему два здоровья. Давайте чё. Тебе нужно благословение? Бить, не бить? Нет, бить не будем. Надо было замаскировать. Чё ж я такой дурак-то? Ошибки случаются. Хорошо. Вот теперь уже мы... Как правильнее сделать? Он умрет. В любом случае. Я могу его замаскировать. Но сначала мне надо сыграть какую-то серию. Типа, бью я в любом случае. Давай начнем. Вернуть его? Нет, не получится. Блин, не разыгрывается. Интересно. Наверное, пора уже выпускать, я думаю. Сейчас, конечно, может пойти на 4 урона стена огня, что она, наверное, и сделает. И это будет очень плохо. Но если он так думает... Если он так думает, извините. Наверняка нет. Ага. И отстрелит, например, вот этого, да? Да. Чё надо? Ну, это не страшно, это меняется. Так, это мы еще успеем сыграть как-нибудь. Чего пялишься? Давай начнем. Чего пялишься? Что-то как-то прожимается немного. Потихонечку ситуация выровнялась, но не шибко хорошо, потому что, да, берутся карты. Но это уже второй раз. Да. На 4 карты он как раз опережает. Врата открыты. О, я знаю, кого я убью. Или нет, давайте мы его ошеломим. Чтобы он подумал, что у нас ничего нет. Сделаем так. Делаем так. Чего пялишься? Давай начнем. И спрячем все это дело. Потом у нас еще 5 урона. Даже 6. Где мой черепокол? Да. Давай начнем. Угу.
Кто бы мог подумать. Да, преимущество сейчас на его стороне. 21 против 18. Наносить урон-то мне больше, наверное, нечем уже. Где мои коварные удары? Врата открыты. Теперь вопрос, кого мне убивать. Стоит ли играть все? Давай начнем. Мне не хватает маны. Да. Вполне ожидаемо. Пять, шесть урона у меня прилетает. Дело плохо, и мне... Нужно ли его атаковать? Наверное, нет. 4 урона. А что у меня может быть на 4 урона? Потрошение? Вдруг придет. Черепокол. И где он? А, наверное, после вернется. Давай начнем. Да, вот, наверное, и все. Где же была моя ошибка? Хороший вопрос. Наверное, ошибка была в том, что я не убил его сразу. Но там было по 6 урона. Скорее всего, моя ошибка просто в том, что я взял Валиру, не умея играть Валирой. А, ну четко прослеживалось, да, когда я просто не смог законтролить все грамотно. Да. Уж. Так, ну давайте, Дедман просился. Давайте, люблю я своим друже играть. Посмотрим, посмотрим, что там может получиться. Горош. И... Горош. Ну давайте поглядим. Так. Я должен защитить два буйных роста. Может оставить оба? С монеткой сыграть один, потом сразу второй. Давайте попробуем, что. Не на корову же играю. Тем более, хранитель чай сейчас ничего будет у нас. Ну, здравствуй. Здравствуй, дерево. Да, надо скорее буйных ростов наиграть. Потом у меня будет уже три маны. Смогу сыграть один. Но этот еще... И все, наверное. Надеюсь, он на 2. Ну, подними броню, подними броню. Что тебе стоит? Подними броню, что не делай. Да, душноватый он. Да, я пока ничего не могу с ним сделать. Поэтому еще раз. А уже потом выйдет вот этот товарищ. Хранитель чаще. Берет карты, это плохо, но... Потом у меня сейчас будет 2-4. Которого, который, если выживет, он сможет... Я должен защитить эту землю. Может быть. Тебе понравится мой новый рецепт. А ты что? Фрак одел? Может, и одел. Керна ждешь? Может, и жду. Может, и нет. Что я могу сделать? На 6 таманы. 5 урона нанести ему. Дело сделано.
Вдруг у него мощный удар щитом там где-нибудь затесался. Вот это плохо. Ну, провокатор просто помирает. Просто померанцев. И у меня 7, и у меня 7. Мне надо бы 8. Я могу убить провокатора, в принципе. Но это 5, это 10 урона я пропущу. Плюс 10, 13 урона. Но я полечусь потом, в принципе. Так что, наверное... Интересно. Давайте чистить стол. Или все-таки поставить провокатора. Я не могу его бафнуть. Мог бы бафнуть. Не, это бы не очень меня спасло. Да, давайте нанесем 2 урона. Потом полечимся. Или поставим провокатора. Не, провокатора ставить нельзя, потому что он в легкую. Да, тем более с 5. Так, это второй, надо запоминать. Я могу поставить этого провокатора и бафнуть его. Нет, не пойдет, он поменяется. Ну, хотя бы оружие он потратил. Я могу еще 2 урона нанести еще раз. Давайте. Время терпит. Зато потом спокойно сможет выйти этот товарищ. И я полечусь даже. За вождя! Угу. Угу. Ставим провокатор. Или большого провокатора поставить. Давайте большого провокатора поставим. Нет. Большого нельзя. Поставим этого. Просто бафнем его. Дело сделано. Что он может делать? Может сделать казнь. Это было бы мне не очень хорошо. Слишком много существ тоже нельзя фигачить. Это 6. Это все равно только 6. Ага, он потом хочет его добить. А я сделаю хитрее. У него 5, но считай 7. Значит, это будет 6. Полечить его, может быть? Что же мне делать? Взять карты. Два лечения, это хорошо. Вот уже 10-9. Прощай. И вот у него нет щитов. Потом я смогу еще к атаке добавить. Казнь. Неужели казнь, а? Это будет очень плохо. Ага, ему играть нечего просто. Ясен перец, нечего ему играть. Давайте не будем рисковать. Полечимся. Да, что поделать, друиды вот такие. Да, надо было играть осторожнее. Знаю я ваших не спецов. Да, да, конечно, не спецов есть, конечно, эти огненные великаны. Это за сколько? Это надо манабить заказ поведение, полученный вашим героем. Да на 12, это он типа стоил 8. Что, прости? Я не понял.
Че, игра сейчас вылетит, что ли? Я не понимаю. Да. Где была его ошибка? Его ошибка была просто в том, что у него не было сайленсов и не зашла казнь. Ну, не зашла казнь, это не ошибка, конечно. Но что поделать. Кем же еще? Секретный хант. О, перезагрузочка мне нравится. За молот Рока. Так, блин, как бы на самом деле, кроме лягушки, все надо оставлять. Не очень редко у меня бывает, когда жажда крови можно реально разыграть. Да, спасибо. Здравствуй. А, точно, чуть. Приветствую тебя. Так, он ничего не выпускает. У меня хорошая стартовая рука, ничего не тратим. Позволяем ему, хорошо бы он выстрелил сейчас. Вот так, значит, да? А если у него там питомец? А ежели дождь во время усушки? Там дальше у меня будет... Должно быть 3, но у меня будет 2. Интересно. Я смогу элементально сыграть любую. Мне надо убивать. Меня. Это нельзя позволять охотнику контролировать стол. Ну, в любом случае будет его контролировать, но... Да, вот он, питомец. Сейчас была бы карта. Что мы делаем? У нас есть единственная возможность, что у меня выпадет портал. Не тот портал. Но, так сказать, придется сожрать лицом. Ситуация очень плачевная. Мне желательно бы сейчас слить куда-нибудь свой опаляющий тотем, потому что мне надо ставить вольного элементаля. А если я его поставлю, это будет не очень хорошо. Да, и он тянет. И мне не об чё биться. Так что выпускаемся так. Бьем, стоим. И сейчас залп, да? Не залп. А мне прокачать-то даже нечем. Ну, то есть... Но урон-то, конечно, да. Смысла кидать молнию. Чтоб он был 5-5 и разменялся в 0. Давайте. Кто не рискует, тот не побеждает. Собачки. Баф на собачек, да. Это было ожидаемо. Сейчас почистится просто весь стол. Да, забавно. Ну ничего, у меня еще один элементаль есть. И мне придется его играть. Ну и в дикой надежде. В
стихии, направляйте меня. Я вообще просто сейчас ничего не смогу играть. На 3 маны всего будет, а тотем только вызову. О-о-о, конечно. О-о-о-о. Это было, конечно, шикарно, да, шикарно, шикарно. Спасибо. У него типа 5 урона. Я ставлю тотем. 5-7 урона. Надо убивать. Печальная ситуация. Гризли. Да-да-да, уже просто идет в лицо. И следующий ход я всрал, если не будет провокатора. Провокаторов у меня нет. Сделать разве что вот так. Там смертельный выстрел сейчас будет наверняка. Да, я ж прав. Пять. А все, да. Неплохо. Плохо с игрой. Ну, я даже не знаю, что сказать. Просто что-то не мой день. Давайте хоть паладином поиграем. У него хоть лечило, хоть жопой жуй. Да ты я что? Я буду сражаться с честью. Так, ой, что-то я отвлекся. Райдер, господи, мы с тобой уже играли. Самопожертвование, наверное, я оставлю. Провокатор оставлю, чуть королей это уберу. Необычно сильно. Не-не-не-не-не. Ну что ж ты будешь делать? Зачем меня призвали? Да, печать королей неустанно идет за мной. А если он сможет его бафнуть? Да, давайте. Хотя, если у него будет Ликтлена, то мой подкрепленец не спасет. Вот он уже не спасает. Ложись! Да. Жду приказаний. Он сейчас может просто их щелкать, как орехи. Пока я не... Угу. Или будет... Да, просто как орехи. Но мы... Да, теперь-то тем более у него два варианта есть. Сыграть нету смысла. Блин, слишком хорошо ему вначале зашло. А мне теперь надо ждать 6-го хода, а у меня ни равенства, ни освещения. Дел плохо. Ну, пока он наносит сам себе урон. А вот и освещение, которое надо играть уже сейчас. Или не надо? Провокатор своего дождался. У меня до сих пор есть монетка. 5. На шестом ходу я могу... выкинуть этого парня. Положи или это, даже вот этого. Ого. Полечу вот этих вот. Блин.
Ну, освещение надо уже тратить. Без вопросов. Ну, тут уже можно и монетку играть просто. Жду приказаний. Чтобы ставить подкрепленца. Если он его игнорирует, а скорее всего он его проигнорирует, чтобы не потерять один урон, ударит меня, думает, что, а, я сейчас просто разменяюсь. И я прохитрю и накину печать королей. Да-да-да-да-да. Все правильно, парень. Есть ли у него... Зашел бич судьбы. Ага. Какой демон? Неплохо, неплохо. Ага. И размен. Ну, пока ничего так. А сколько у тебя... У тебя 3 здоровья. Ты можешь еще сыграть. Я вот что-то не помню, только есть ли у меня второе освещение. 8 мана. Одно радует, что бич судьбы был потрачен. Угу, он ты как играешь. Ну, ты, парень, странно сделал. Надо было, по крайней мере, одним ударить сюда, чтобы поганище еще убил его. А в другом случае... Мы сейчас знаете, как сделаем? Мы ударим. Почистим стол. Я не хочу терять своего алдорца. Поэтому мы сделаем вот так. Это было последнее предупреждение. И вызовем Керна. Земля присмотрит за тобой. И вот мы контролируем стол. Зачем меня призвали? Лектлена, да? Ага. Похищение души. Удвоить атаку. Нужно ли мне удваивать атаку? За Орду. Я выполнил свой долг. Победа или смерть? Ну, сейчас ему уже выправить ситуацию будет очень сложно. Врата открыты. Провокатор, да. Это может спасти вождя революции. Ну, отчасти правильно. Тебя не спасет. Победа или смерть? Достойно. Неплохо сыграно. Ошибок было много, могу честно сказать. Как минимум с поганищем, с паучками и прочие довольно интересные штуки. Ну, думаю, чувак, если ты посмотришь это видео, да-да, вот это явно с поганищем штука разыгрывалась. То есть, была взята именно за этим. Трепещи перед мощью Штормграда! Вот как-то так. Смерть магам. Эти тоже... Побьем их немного. Ах, не успел. Ну, достойно, достойно, короче, чувак. Так, кто там хотел? Гаррет, давай, Гаррет с тобой. Кем мне интересно сыграть еще?
Давайте пробуем еще раз разбойницы сыграть, что-то не пошло. Вдруг пойдет сейчас. Так, сколько я уже? Минут 40 играю. Алира! Нормально. И... хорош! Победа или смерть? Ага. Угоревать ли мне сразу? Наверное, да. Сейчас все зависит от карт, которая зайдет сейчас, да. Неплохо. Ой, сыграно. Блин, господи, здравствуй. Моё почтение. Ну, здравствуй. Тебе нужно благословение? Топор. Пора пустить кровь. Ага, убьет. Убьет. Ну, у меня тоже есть способы. И карту возьму. Дело сделано. Ничего, как говорится, не теряем. Что-то мне нехорошо. Лепра убьется. Обнож. Давай начнем. Конечно, 4 урона, но других выходов у меня не было. Угу. С тобой-то мне что делать? Мне на один сыграть нечего. А это просто 2 урона. В любом случае... Давайте тогда сыграем так. Дурак. Ошибки случаются. Да, мог получить 3 урона вместо 4, но что уж теперь поделать. На 6, зачем ты мне на 6 вообще, а? Потрошение, это хорошо, это может сыграть. Давай начнем. Три три, конечно, мало. Но на столе надо что-то поставить. Броня было. На заказ. Ага, она еще и выживет. Интересная каточка. Каточка, каточка. Нанести единицу урона, взять карту. Нужно ли мне это? Давай начнем. Ну, жрать уже слишком много. Похититель, твою-то дивизию. Давай начнем. Ладно, пока держимся, пока держимся. Наверное, думаю, это будет последняя игра, потому что что-то я как-то начинаю уставать. 3 часа за Хардстоуном, это слишком много. Потихонечку сбивать его. Или не сбивать его. Давайте так. Давайте черепакол. Давай начнем. На 5 урона. Может. Аргуса! Серьезно. Он все равно не убивает. Значит, в лицо пойдет, да. Нужно ли мне хавать еще лицом? Главный вопрос, что беспокоит вождя революции. Самому, наверное, надо биться. Нет, надо как-то его убить. Интересно.
Черт, что ж так не проходит-то? Давайте сами бить будем. Давай начнем. Черепакол. Еще клинки. Я не могу это сделать. Надо держать, мне еще надо будет проконтролить. Что-то как-то слишком долго я раздумываю по этой игре. Хотя тут все очень просто. И в лицо это наверняка будет, конечно. Конечно. Отлично, ликвидация. Выпустить еще одного. Вдруг у него ничего нет. Пора тратить, я думаю. Давай начнем. Нельзя от него отставать. Ну, как минимум, черепоколом я контролю его, его силу героя. 7 по 2, одного убьет, второй идет, да. О, у него есть. Да, круто. Неплохо сыгран, да, неплохо. И потрошение потратил. А у него уже 7. Мне надо тратить ликвидацию. Давай начнем. И я даже не могу представить, что сейчас может быть. Ему достаточно еще одного Кокронского воина. И... ага, и он не бьет почему-то. Что я могу сделать? Я могу сделать... 1 единица урона. Тратили черепакол в корень, чтобы убить его. Да, я думаю. Давай начнем. Пусть боль говорит за меня. Угу. Плюс к атаке. Я предпочитаю действовать в одиночку. Давай, если хочешь его убить, пожалуйста. Давай начнем. Ситуация, конечно, ваховая. Патовая. Аховая. 9. Ну, все равно не хватает. Неплохо. А, погоди, да. Завождя! Да, 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 вот он, Кокронский воин, который все решил. Я тебе благодарен. Ну, что поделать, я пытался. Ошибки на этот раз... Я бы не сказал, что ошибки были у меня. Скорее, кое-чего просто не зашло. Не зашло, товарищи. Видать, зря... Вот точно зря выкидывал двух. Знал же, что против воина играю. Почему-то он держит карты. А там раздвоенные удары были. Оба. Надо было просто не выпускать второго душителя Наруба. И наверняка бы... Мог бы еще победить. Потом бы просто что-нибудь сыграл. На руба душителя накинул бы как раз урон этот. И он бы лицом бы его даже не... А, ну он там не лицом убил. Ну ладно.
Обидно, короче. Ну да, как-то вот так, ребятки. Видео будет сегодня-завтра. Надеюсь, вам нравится такой формат, когда я играю с людьми, с ними как бы не общаюсь, но стараюсь анализировать игру, указывать на ошибки, где-то на свои, где-то на чужие, ну, на такие явные. Я как бы не сильный знаток, конечно, игры, но кое-что да понимаю. И надеюсь, где-нибудь в ближайшее время повторим игру с подписчиками. Следите, когда я захожу в Hearthstone, и, скорее всего, я захожу именно за этим, потому что, ну, или дейлики выполнять, кстати. Еще одно видео скоро будет как раз про дейлики. Потому что у меня их что-то много накопилось. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Очень буду этому рад. Кто хочет отблагодарить монетой, не надо, спасибо, мне лайков хватит. Вот, да, и вскоре начнется прохождение Resident Evil 4 HD. Следите. На этом у меня все. Всем пока.